Добрый вечер, друзья! С Новым годом, Павел Борисович, с Новым годом! Счастья, успехов, здоровья, любви, избытчи мечт. У нас прошла избытчи мечт 2015. Ну что сказать? Устроены так люди, желают знать, что будет. А мы загадываем то, что мы хотим иметь в этой жизни. Все наши мысли материальны. И поэтому мы под чутким руководством Павла Борисовича пишем сбытчу мечт. Мы мечтаем, мы планируем, мы правильно ставим цели. Такая энергетика, такой напор, такие тренинги. Мы по 6-8 часов в день, вернее ночь, сидим и занимаемся. Это что-то вау! Такого, ребят, вы мало где увидите. Вообще, Павел Борисович, я вас люблю. Вот просто люблю. Я не готовила никаких записей, никаких слов. Я говорю от души. Вы чудо. Таких коучей, таких тренеров мало. И я очень счастлива, очень рада, что попала к вам. Это сбытчи меч. У меня уже третий. Я много проходила уже тренингов, но это не предел. Я хочу еще. Есть чему учиться, есть к чему стремиться, есть чего желать. Ребята, я всем советую, идите к нам, будьте нашими партнерами, будьте нашими друзьями, будьте нашими собратьями, и мир будет в 100 крат лучше. Павел Борисович, с Новым годом! Я люблю вас! Удачи!